В Челнах состоялся первый финал группового этапа ежегодного хоккейного турнира «Золотая шайба», который стартовал неделю назад. За победу сражались «Белые медведи» и «Смена». Команды представляют среднюю возрастную группу. За противостоянием юных хоккеистов наблюдал мой коллега Александр Филькин. Всего лишь обычный вечер буднего дня в набережных Челнах, но здесь сегодня жарче, чем на Кубке Стэнли, потому что здесь проходит финальный матч группового этапа «Золотой шайбы» – турнира по любительскому хоккею. Рост чуть больше метра вместе с коньками, но Радмир из «Белых медведей» настроен в этом матче только на победу. И он точно знает, что для этого нужно делать. Давать голевые пасы, забивать, помогать своей команде. Игроки клуба «Смена» в течение группового этапа успели показать себя. Вывели из турнирной таблицы других фаворитов «Золотой шайбы» – команду «Юность». И даже успели обыграть «Белых медведей» на начальном этапе. Настрой у ребят боевой. Силы равны, да. Игра будет интересная, победит сильнейший. Команда «Белые медведи» сильная команда, но наша команда готова, и нам нужна только победа. В первые минуты матча соперники обменялись атаками. «Белые медведи» открыли счет, утроив за короткое время отрыв 3-0. Лишь после этого соперникам удалось отыграть одну шайбу. Во втором периоде счет вырос 5-2, а в третьем, последнем, в ворота команд влетело по две шайбы. «Белые медведи» завершили матч с победным счетом 7-4. Первый групповой этап завершен. В течение месяца в рамках «Золотой шайбы» сразятся команды еще трех возрастных групп. Открытие корта «Меридиан» позволило увеличить число игроков, прием заявок продолжается до сих пор. По предварительным прогнозам, в этом году количество участников превысило 400 человек. Александр Филькин, Ильнар Мустафин, Челны-24.